сегодня на самом деле очень хороший день, потому что сегодня так сложилось, что и День города, и День России, два очень позитивных патриотических праздника в один день. У нас очень молодая история сотрудничества между нашими городами. Да, вот год назад этот день мы подписали соглашение. У нас есть уже результаты. Мы очень рады тому, что благодаря поддержке губернатора, Министерства образования, наши дети учатся у вас. Дети приезжают с огромным количеством положительных эмоций. Значит, в этом году я надеюсь, что мы реализуем уже проект, который также мы в прошлом году обсуждали при подписании с нашими коллегами, да, открытие торгового дома Молдова или торгового дома Дельцы будет много, потому что все знают нашу продукцию еще с советских времен, то есть есть вещи там, в сельском хозяйстве, ну, которыми мы гордимся, это наши фрукты. Также другие производители будут представлены в данном торговом. Я хочу от всего, от имени всех гречан, от имени граждан Молдовы поздравить вас с Днем города. Вы очень правильно отметили, что, будучи закрытым городом, вы, скажем так, наверстываете там то, что делали другие города раньше вас, но вы идете уверенно вперед. Каждый год у вас новые лица, новые делегации. Мы гордимся дружбой с вами и сделаем все для того, чтобы сотрудничество между нашими городами и страной только развивалось. Спасибо вам, Господи.